Жизнь подобна книге, каждый день – новая страница, каждый момент – новая строка. Смысл жизни не в том, чтобы ждать, пока буря уляжется, а в том, чтобы научиться танцевать под дождем. Жизнь – это не ожидание бури прошедшего, а танец под дождем настоящего. Жизнь – это палитра, на которой мы сами создаем свои яркие краски и глубокие оттенки. Жизнь – это путешествие, и истинное богатство заключается не в накоплении вещей, а в созидании впечатлений.